Появились подробности инцидента в элитном караоке-баре Москвы, произошедшего 9 марта, в результате которого были избиты сенатор Людмила Нарусова и ее дочь Ксения Собчак. По словам адвоката женщин, избивших Нарусову и Собчак, причиной стали провокационные действия Собчак и ее матери. Согласно представленным данным, первыми были оскорбления со стороны Ксении Собчак на исполняемую песню «Шамана». Пять женщин-риэлторов из Москвы праздновали Международный женский день 9 марта в баре. Они заказали песню «Я русский» и стали исполнять ее. По словам адвоката, во время исполнения к ним подошла Ксения Собчак и спросила: «А вы что-нибудь другое умеете петь?» На что женщины вежливо попросили ее удалиться и не мешать им. Адвокат сообщает, что Собчак после этого назвала их русскими хабалками и попыталась уйти. Но женщины схватили ее за волосы и несколько раз ударили по голове. Людмила Нарусова, услышав крики и обращение к ее дочери, решила вмешаться в ситуацию, однако, как утверждается, также стала жертвой нападения нетрезвых женщин. Адвокат также сообщил, что в ходе инцидента на Собчак и ее мать были разлиты еда и дорогое вино. Когда охрана Нарусовой зашла в заведение, конфликт уже был разнят и была вызвана полиция. Собчак и Нарусова отказались писать заявление на женщин. Официальные заявления сторон пока не поступали, и следствие продолжает расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.